Комплекс стендовой стрельбы «Свияга». Вот на таком берегу Волги. Стендовой площадки. Казна давно. Ну, смотри там. Нас 5 стреляет. Нас много. Перевести. Нас много. Нас много, вот это сильно. И Костя Ещенко приезжал. Ещенко. Костя Ещенко приезжал, просто сам. Под номером один в этом полуфинале из Сапара, из Сарапа, Импра Серцук, Таиланд. Китай. The bronze medalist team of the Asia Games in Guangzhou, China, 2010. Следующий призер чемпионата Европы юниоры Брно 2003. The silver medalist of... Под номером 3. Альбина Шакирова, Россия. Russian Federation. The gold medalist of Summer University in Shenzhen, 2011. Золотой призер Лиги Универсиады Чжэньчжэнь 2003. Chief Range Officer and International Referee Завгородний Владимир. Старший судья площадки судей международной категории Завгородний Владимир. Участникам пожелаем удачи, просим на позиции good luck. Секунду. Ну я говорю, врет, как Троцкий. Правильно он сказал. Стоило на третью. Промах. Стоялка.
Стрельба за бронзу. По результатам перестрелки Зимко занимает четвертое место, Шакиро обладательница бронзовой медали. За первое место. Зарапатан. Китай. Third place and bronze medalist Шакирова Альбина, Российская Федерация, Russian Team Nation. За второе место серебряный медаль. Награждается Исарапа Импросерцу Талан Тайла. Дамы и господа, прошу всех спать. Церемония награждения скит женщиной. Командный зачет начнется через 20 минут. Дамы и господа, начинается церемония. Медали вручает. The medals will be presented by Митхат Вахтар, вице-президент Международной Федерации Спортивной Стрельбы, технический делегат and technical delegate. Flowers will be put. Мишу Ангелина, Акчурина Эльвира, Айдарханова Жария. Серебряной медалью награждается second place and silver medalist. Таиланд. И Сарапа Импросерцу. Нутчая суд Арбор. Нутча суд Арбор. First place and gold medalist. Российская Федерация. Коновалова Надежда.
Наталья! Шакирова Альбина! Прошу всех встать. Звучит гимн ФИСУ. Ladies and... На, это тебе. Молодцы, человек. Там вас ждут. Не хватает. Плохо не хватает. I don't know. Да? Отлично. Вот здесь находится спортивно-стрелковый комплекс «Свияга». Вот на этих. Такой с него вид.